не поможешь, пожалуйста? Я загадал один номер, смотри, смотри. Не, давайте реалистичнее, а то мы не тренируемся. Реалистичнее. Я не знаю, что это. Там же китайская ваза за 100 тысяч рублей. А ты ко мне улыбаешься? А, нет, мы должны все огорчиться. Боже! Не, мы должны реально все огорчиться. Мы же все купили китайскую вазу. А давай, я не волнуюсь. Ёб твою! Надо идти матернуть. Да, надо как-то что-то такое сказать. Я скажу, о, черт. А вы что? Юля, давай, давай. Юля, а давайте Вадима, так можешь сниматься еще? Да, смотри. И что? Хорошо, я буду материться. Это бы все шло. Больше третьей медали выигрывали, так? А подарок не верил, я сейчас просто... Только убери эти штучки, да? Да. А у него не вызывает подозрения, что эта штука сразу разбилась на мелкие осколки? Нет, нет, это же китайская. Ты можешь сказать, что это тебе подарок, твой дом, типа вот это. Это ты скажешь, ты вывозишь эти осколки толстые. Я бы посмотрел на эти осколки и сказал, пух, хорошо, что она разбилась. Так в итоге что мы даем? Китайскую вазу, древнюю или что? Китайскую древнюю вазу, да. Китайскую древнюю вазу. Мы ее купили в антиквариате. Это купил кто-то, например, Ваня купил это где-то. Мы же не встречались каждый раз, да? А вы такие как бы не видели. То есть вы можете от себя что-то придумать. Может, это там с драконами, а Юра скажет, что она там с астрами нарисованными. Пофиг. Ну ладно. Ну как бы, а может не называть, что это? Это тарелка, это... который подписался Феттер. Он знает. Это вариант, кстати, да. Кто? Хэмилтон. Хэмилтон. Это, кстати, круче, чем китайская ваза. Нет, это будет говорить... Кто-нибудь, кто знает этого слова. Это лучше, чем ваза, реально. Давайте тарить тарелку с подписью Хэмилтона. А, есть такой сайт f1club.ru, там что-то такое. И там фанаты сидят. Мы у них купили. Нет, не надо говорить все прям конкретно. Надо сказать, там подписал, типа, один... Наташа, ты так прикольно выглядишь. Нет, надо сказать конкретно. Потому что, чтобы он знал, что он сейчас получит. Она не слушает. Я не слышала, что сказала. Очень вкусно говорить. Надо говорить конкретно, чтобы он знал, что он получит. Чтобы было больше эмоций. Да, да, да. А он скажет, ваза, вот так вот. Нет, не ваза. Не, ваза это отстой. Какого черта мы ему вазу дарим? Хорошо, тарелка. Тарелка с автографом, с автографом знаменитого чувака. С автографом Хэмилтона. Хэмилтон, все. Подарим ему эту тарелку, он будет расстроен. Он уже обрадуется, что ударим. Давайте лучше будет просто, как фотографом участника Формулы-1. А, ну да, да, да. Не, давайте с участником Формулы-1, да? А то Хэмилтон это как-то слишком круто. С участником Формулы-1. Не, не с участником, с пилотом Формулы-1. Давайте Алонсо, он в третьем десятке. Алонсо? А он его любит? Очень. Что это, ваза или тарелка? Нет, это тарелка. Понял. Просто слушаем первого человека, который говорит, он придумывает, что это. А дальше все подыгрываем. Ну, вообще-то он должен быть готовым и уверен это говорить. А то будет там, это там, типа... Давай, давай, сейчас я приду. Ты хорошо придумываешь, давай ты придумаешь. Ну, надо сказать, что эта тарелка, из нее прямо ел пилот Формулы-1. Нет, там автограф. Так он из нее ел, сначала поел, а потом расписался. Да ну, это нереальная история. Нет, ее было очень сложно. Он сразу подумает, что? Знакомый коллеге Ваня. Нет, я скажу, что у меня есть чувак, который через одного чувака знаком с князем Монако. Как бы все, это будет правда. Ла-ла-ла. Вот этого не так. Как бы когда бьешь, надо чем меньше... Мы скинулись все вместе, короче. Нет, вот я его набрала. Копили весь есть чувак, который знаком с князем Монако. Так что, чего? Это? Да не, ребят, давайте реалистичнее. Давайте реалистичнее. Это тарелка с автографом пилота Формулы-1. Мы купили ее на сайте f1club.ru.
Вспомни фильм Pulp Fiction. Там, блин, история про часы, которые были засунуты, и которые 5 лет человек носил у себя в голову. И в этом вся фишка. Вот, и там реально, как бы, ну, ценность вещи гораздо выше, но за счет истории, которую ты понимаешь. То его дед, его отцу передал часы. Я снимаю видео. Я могу тебе настроить. Только тебе будет очень жарко. Можно руки тоже. Тебе голове не жарко? И руки тоже можно делать. Не потеть? Ну, вообще сложно, знаешь? Я буду такой... Давай руки сделаем, у тебя будут такие металлические. Да. Я вижу. Легко! Антрак! Сейчас! А, вот же Левков-то, блин, а я думаю, что за фигня? Ваня! Э, Ваня, а где твой костюм? Где твой костюм? Ваня, мой? Ты же обещал костюм. У меня уже 15 минут на костюм. Понятно. Нима. 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 Встаньте, 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 встаньте. Ваня, мы хотим тебе подарить подарок, которому, ну, который было приготовить очень непросто и очень много сил, чтобы этот подарок достать было знакомым, Я про знакомых расскажу. Да. Ваня, я тебе говорила, что, короче, у меня есть один, короче, клиент на Хаммере. Говорила? Короче, крутой, начнем с кухни. Вот он Олег. Значит, приходит он ко мне. Типа, логотипчик. Я говорю, хорошо, что делать будем? Он говорит, ну вот надо, значит, это... Хорошо, ладно, это я не буду, это легко. Потом... Ближе к делу. Потом, значит, логотипчик сделали. А потом он говорит, а теперь давай будем делать браузер. Я говорю, интересно ты придумал. И не браузер, там какой-то, короче, сайт вообще не существует. И там, значит, это... Он завязан... Так что он, короче, потом этот сайт будет акционерным обществом открытым станет. И... Там акции, что ли? Да, 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 потом. Когда уже после того, как он передает свою власть. Нет, это я расскажу, что ли, пойдет. А контроль пойдет Газпром. Это же очень важно. Главный акционер в багажнике там лежит. Ну, это не акции, Ваня. Я тебе рассказываю, откуда этот подарок взялся. Это очень интересно. Давай. Вообще мне очень сложно выдержать, это такой важный. Значит, это... Я забыла, чем остановилась. Ты говорила, а вот, да. А она станет акционерным обществом, когда главный пакет акций приобретет князь Монако. Потому что князь Монако, значит, мой вот этот чувак, заказчик Олег, он последние 7 лет главный советник генерального консула Монако в России. Альберт зовут его. Не знаю. Альберт, я просто не знакома с этим. Вот. И, короче говоря, ну да, как там про связи там дальше, не скажу. Мы связи подключили. И нашли что? Я не знаю, мне что дальше рассказывать. Нет, сами рассказывают. Как этого чувака зовут? Кто помнит? Короче, это... Да. Тарелка. На ней подпись. Льюиса Хамильтона, чувак. Молодец. Чёрт. Это было эпично, надо выложить в YouTube. О нет! Все же,
Разобрались? Вот, на самом деле все гораздо проще. Мы пропустим одну ступень. Одна ступень, одна отсоединилась, вторая тоже отсоединилась. Быстро время пролетело. Вот. Хотел бы что сказать. Что искусство... Что это значит? Что искусство один из способов... Искусство – это один из способов... Один из способов самовыражения. Смотрите все на меня. Для того, чтобы ты самовыражался, а самое главное, делился этими самовыражениями, мы считаем, что мы, ну, так сказать, раздобыли одну очень важную вещь для, ну, это средство, которое поможет тебе выкладывать и свою самореализацию и показывать ее всем. Да, давай, слушай. Я все. О, я знаю, что это. Не переворачивай вертикально. Окей. Да, Ваня, стой, рассказывай свои эмоции. Свои ощущения, что это такое. А, ты уже посмотрел, что ли? Да, я понял. Сверху. Но это было моментально. Вначале я подумал... сверху. Да, камера. Ну, у меня прокалывается часто, поэтому запасная. О, круто. Это отличный подарок. Это просто офигенно. Очень круто. Тебе надо прыгать. Надеемся, что мы теперь будем чаще заходить в интернет, еще чаще, и смотреть там твои видеоролики. Вау, очень круто. Сердце Вани стало биться на пару ударов больше. Ты станешь более активным. А температура в растет? Растет. Да, это тебе стимул, чтобы показать дальше. Двух пролетки, да? Ваня. Круто, офигенно, спасибо большое. Тебе надо доставать, открывать, включать и снимать. А она заряжена? Конечно. Ну это долго, это процесс. Все, дайте я туда. Да, давайте сядем в процессе. Сейчас, я каждого обниму. Спасибо. Спасибо. А что, почему все одели мои фотографии? Это как клонов, Ваня. Давай, спасибо. Это космос. Это как клонов. У меня самый парень. Это как клонов? Это необычно. Я даже тебя не видел. Это вот там похоже. Ванна, как ты, чтобы у тебя было много чего влачного, вот тебе еще. О, круто, 64 ГБ. Давайте кушать. Да, давайте. Астронавта, присутствующего здесь, или профессора, или черной дыры. Нет, он не был. Определить, что там. Прошу носителя Это похоже на корову после родов. Давай, продолжаем всем. Подходим по очереди, и каждый по очереди сюда подходит, берет один объект. Вот так. Что, укладывает? Да. Ну, правило, что вам надо схватить одну вещь. То есть не выбирать, а взять любую. И определить ее. Да, любую. И определить. То есть нельзя там шарить. Надо сразу назвать ее надо. Да, назвать. Ты называешь громко, тащишь, если ты угадываешь, у тебя одно очко. Вот, и вещь остается у тебя. Вот. Ну, давайте по очереди. Там много вещей? Сколько там? Много? Вот, смотри, Вань. Смотрите, разверните, чтобы было видно всем. Вот так. Я вижу. Чтобы все видели. Тихо, Ванька, Киви. Выигрывает у того, кто хочет. Лисочка? Да, ладно, теперь я. Так. Так. Ой. Дышать, Вадим, ты берешь первую вещь. Первую? Да. А, это велосипедная перчатка. О, круто!
велосипед. Он определил, что ты велосипед. Да. Ну, да, я просто понял, что ты же велосипедист. Как улыбаться? Так, на секторе. Это формочка для выпекания. Чего, ты еще никто не заложил, отлично. Следующий. Следующий. Я не знаю, хочет. Когда Наташа уже была. Нет. Я положила предмет. Так, свет хорошо, уважаемый. Так. Это фломастер. Это же открыл. Маркер. Это да. Надо было еще цвет определить. Это не фломастер. Плодил обратно. Я слышу у себя. Все хорошо. Потом надо было определить, что он перманентный. И фирму желательно еще. Следующую поддержку. Это Тюбик. Тюбик. Это что за фирма? Он чуть-чуть. Для чего тюбик? Зубная паста? Это тюбик, ладно, все, тюбик. Начался тюбик, да? Значит, что это борщ? Может, космический борщ? О, у меня молодец, это каша. Да, она мне очень не похожа на крышечку. Обратно положить, да? Это тюбик, а не? Алиса, теперь ты. Остави. Я не выбираю, я что-то достала. Да, вопрос первый. Я, короче, это металлическая хрень, я так понимаю, что она сейчас разложится, и получится дистрибуция, и там наверняка еще будет время. Ты должен первую попавшуюся взять. Да, я первую взял, я просто не понимаю, что это сейчас. Я понял, это какая-то баня, тут будет какая-то очень серьезная система наказания. Ты озвучивай и поймешь, что это. Это какая-то детская варежка, но у меня нету выреза для еще одного пальца. Это помешочек, маленький. Ох, бомбочек. Нет, надо назвать предмет, что это за предмет? Это Наташа положила, наверное, новенькая. Ну, может быть. Наташа положила? Это мешочек какой-нибудь для хранения какой-нибудь хрень. Драгоценный. С миссером, между прочим, да? Вытаскивай уже. Детский мешочек. Я считаю, что Ваня угадал. Это игрушка. Детский мешочек. Детский. А я почему-то... Кто следующий? Кушай наш. Я. Ну, я бы сказал, что он не угадал. Он мешочек. Когда же угадал? На русском я не знаю. Так, у меня что-то мне. Я Дашу несу. Жигуди! Алена, давай еще! Даша, не все. Это не моя. Твоя? Значит, что это? Да. Это браслетик. Давай, вытаскивай. Браслет. Ну да, он какой-то непонятный. Это не браслет, это да, защитная. Это на шею является? Это на руку, между прочим. Цвет отражающий плечо. Помнишь, в этом элементе была леди Айсберг? Слава Лагуна? Не засчитывается. Айсберг, помнишь? Имеется в виду просто похожий именно прическа. Ничем больше. Это ласка, наверное. Это такая мягкая штучка, круглая, плоская. Подставка, наверное. А, нет, или это спонж. Спонж? Так спонж или подставка? Давайте без терминов, давайте проще. Ты не играешь. Давай, один. Можно другой? Нет. Думаю, что это такое. Ну, пусть будет спонж. Что такое спонж?
Да! Молодец! Ну ты бы даже не отгадал! По-русски ты таких слов не знаешь! Спанчбоб? Спанчбоб! Фильм, осторожнее, у меня в руках. Может быть, это волосатая яблочко? О, меня засосало! Да, это осьминог! Сингуляр! Сингуляр же сама должна все. Это такая фигня какая интересная. Приятно. Пощупать можно, да, нет? Да, да, ее пощупать можно. Ваня, ты даже убираешь, так нечестно. Не-не-не, я не убираю, у меня рука вот здесь, сверху. Сверху? А что ты там сверху нашел? Ваня. Ваня. Что-то пластиковое. Петочек заметил. Пластиковое? Что-то пластиковое. Продолговатое. Не бросил. Да, остальное бросил. Ой, я знаю, что это. Валяемся в химии. Квадратная фигня. Вот, с такими штуками. Дайте мне кусочек пиццы. Дайте роботу пиццу. Да не ловите, бросайте тюльми. Не знаю вообще. Не знаком я. Давай, работай, мозга, мозга, давай. Чуй, 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 чуй. Положи сюда. Может, это мягкое, пушистое. Может, это нормально. Может, компот? Да нет, все, Ванон, ну назови какой-нибудь это. Сейчас. Ваня Бодров. Так. Сверху. Он жульничает. Я вижу. Слишком долго. А что ты там видишь? Слишком долго. Дисквалификация по времени. Ваня, дорогие выносите. Опиши. Можно какую-нибудь область назвать, наверное, просто. Область? Он меняет предметы. Ну, кухонный предмет какой-то или прочее. Он специально говорит неопределенные вещи. Если кухонный предмет, то защиту я. Вставай. Как так? Надо не, угадать. Не кухонный предмет. Потому что его сложно. Ну какая область? Ну, может быть, это кус, это кус, деталь от конструктора. Ой, что это? Эй, чувак, ты должен был. Ты должен был. Позор тебе. И что делать? Без подарка сдаю. Это катафон. Не, ну Ваня должен был знать, да? Не, ну я вообще не подумал, что это катафон. Ну садись, это до ворота, да, придется? Когда же летать? Не знаю, Это гениально! Алиса, вообще! Я должна была закричать, какой там... Ой, что это? Я была под впечатлением того, что происходит. Еще раз. Я даже не понимаю, что это. Подожди, правило, вода. Сунуть руку, взять предмет, назвать предмет, а потом вытащить. Да, нет, нельзя перебирать, это нельзя. Нельзя перебирать. Нет, смогу первую взяла, тут называют. Ой, шишиский такой штук. Да? Что? Ладно, я думаю, это космический. Да, да, это. Нет, хоббит такая штука. Это эльфийский артефакт. Он придает силу. Это из Ориента, мне кажется. Ну, точно, да. Это Сильмарил. Какое качество? Подожди, ты два раза тянешь, Алиса, ты два раза тянешь. Ты ход пропустила, это два раза. Господи. Так, это опять та штука. Какой-то защип. Ну, думай. А, я понял, что ты что-то взяла, да. Блин, я подожди. Ну, так, описывай нам, что ты чувствуешь. Я уверена, что ты как Ваня тоже можешь... Нет, ну кажется, что вроде он должен с одной стороны как бы защипывать, а он... Он... Что это такое? Я это не знаю. X. Ты можешь назвать область, область. О, прикольно что-то. Так, это вот какая-то крепежка, потом там какая-то пластмассовая штука, такая, блин, она на что-то крепится. Блин. Тут какой-то... Нет, там какая-то крутилка какая-то есть, там я что-то кручу сейчас. И может быть сейчас придет взрыв. Или там нет ни одного объекта, который ты не пользовался, я так скажу. Ага. Ты его увозил на место? Я думаю, что там уже есть объект, который блин, я не пользовался. Блин, еще с таким этим... С помощью, халате. Проктолог! Да нет, у вас там все нормально. Да нет же, у вас там катафон!
Блин, а ты что-то от велика, скорее всего. Какая-то хрень, наверное, для вела. Маня, ты велосипед положил эту коробку? Это подседельный штырь. Еее! Угадал. А что это? Это фонарик. Маячок. Сбоку кнопка с торца. Кто следующий? Я, да. Разумеется. Да, конечно. Бегуди, хочу задавать. Так, кто следующий? Покруг закончен. Я уже был. Мне кажется, там бесконечно. Вы соревнования устроили? Ванечка, называйте кататься в горы у вас. Ваня, фонарик, видишь, его все равно не видно. Кстати, тебе нужно будет вспышку вернуть. Я могу сделать вот так. Я могу сделать вот так. Пока не заканчивается свет. Ну да. А свет заканчивается доступно, становится не очень. Да, и там я как-то вечером шла, а закончилась и бомжей. Группа бомжей. Группа. Бенд. Они такие, о, что это круто. Да, он есть. Палкой покопать. Ты сильно, ты ей сейчас ложечки, ты ешь? Последняя сигнальная ракета. Давай, я держу, а ты вот так чик-чик-чик-чик. Ну, роботу неудобно. Вот, вот так. Получится? Ваня, сними эту кофе. Почему? Ну, ты же... А чего ты подсвечиваешь? Ну я чтобы видно было. Нормально там. А это разве нельзя есть? Ну вы уже в принципе нормально сделали дырочку. Сейчас. Надо вот просто посильней. Во, вот, вот это хорошо получилось. Даже стоит. Давай. Засовывай ракету. О, блин. Снега? Снега набрать, да? Не, вон она должна оторваться, смочь. Она оторвется. А вдруг, она вдруг не сможет? Не, она в такой же снег ее втыкает зимой. Да не трогай ты, вот зафиксируй, и все. Давай вон все, прижмем, да, твои эти костюмы. Все, все, все. Нужно было этот фитиль снять. Нет, сейчас я сниму зажигалку. Сейчас отвалится. Зажигалку. А, Юля. Кто курит? Катя. Что, Юля? Юля, ищи какашки. Что на меня светит? Юля, осторожно. А, так, ребята, отходите все в одну сторону, все вместе. Бомбочка зарыта. Вот еще снежок. Она уже стоит, зажигалку дай, пожалуйста. Я тебе дала зажигалку. У Кати же зажигалка. Нет, наша зажигалка.
Это очень по-женски было. Положить снежок. У тебя огонь не кошерный. Как думаешь, вторая ступень отделится? Вторая ступень отделится? Да. Ладно. Как думаете, вторая ступень отделится от ракеты? Что за НЛО? НЛО. Отойдите дальше, вы что? Да, чувак, все в порядке. Фима, если она не улетит, вы потом бежать будете. Да, будем. Фима, Вадим, вставайте. Ну, давай я вместе с тобой убегу. Еще 2 метра. Модели ракеты. Ну, встаньте все вместе, что вы стоите отдельно? Ну, так, ты отходишь или как? Ну, я хочу сейчас посмотреть. Давайте, отсчет. 3. Нет, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. О май гад! 1. Ванну костюм не забудь. Тебе понравился, Алис? Да, мне очень нравится. Я думала, она просто так нравится. Расходимся. Я сначала думал, что она сначала пук, а потом был дж. Это мы смотрели пук. Ага. А это все, а я слушаю и подумала, что у меня подруга купила в Ростов. Там гражданка должна. Там гражданка. Которая там вот мы приезжаем в Европу, да, она? Да. Там снег такая. Это еще не все? Можно сюда пройти? Надо, чтобы... Чтобы? Только сюда не надо. Хорошо. Я туда? Стоп. Туда встань. Мне не помещает. Чтобы торт нет. Конфетти торт. Нет, поближе, чтобы. Ага. Все как она? А торт-то влезет? У меня с тобой снимай. Так встань вот туда. Дальше.